Продукты, теплая одежда, медикаменты, автомобили, необходимая техника и оборудование. Из Волгоградской области отправлен очередной гуманитарный груз в Подшефный, Станично-Луганский район ЛНР. Помощь жителям Подшефной территории Луганской Народной Республики оказывают по нескольким направлениям. Регион принимает активное участие в восстановлении инфраструктуры Станично-Луганского района, регулярно направляет гуманитарные конвои. В формировании этого груза участвовали общественные объединения и организации, предпринимательское сообщество, жители многих районов Волгоградской области. Благодаря совместным усилиям наполнены 2 шеститонных грузовика. По инициативе нашего губернатора Волгоградской области Андрея Ивановича Бочарова пункты приема вещей для жителей Донбасса были открыты на всех территориях. Активное участие в этом приняли и жители нашего района. Особенно откликнулись ветераны, потому что кто как не ветераны понимают, как это важно помогать тем, кто в беде. Особенно много собрали жители Рахинки, Верхнепогромного, Куйбышева, Фрунзенского поселения, Клецкого. Часть гуманитарной колонны сформирована из 2 мусоровозов с контейнерами, 2 мобильных автоклубов, машины аварийной службы. Все это необходимо для восстановления нормальной работы служб в Станично-Луганском районе. На приобретение техники направлены средства резервного фонда администрации Волгоградской области. Работы по сбору и отправке гуманитарных грузов для жителей Донбасса началась в регионе с первых дней специальной военной операции и будет продолжена.